Всем привет, подписчики! На канале у меня был такой длительный перерыв, не выходили видосы. Причина этому была поломка камеры. Что там было с батареей, зарядкой, я по гарантии отправил. Теперь мне все сделали наконец-то. И дальше продолжаю снимать. Никуда я не пропал. Будем теперь уже чаще выезжать, снимать. Сегодня 21 ноября. Решили далеко не ехать, сейчас 11 часов. Попробовать, можно сказать, возле дома поймать щук. Ловить сегодня будем на живца, как я в прошлые годы рыбачил. Но сегодня не сам, а с Лёшкой. Он уже пробует, рыбачит. Я сейчас собираю снасть, еще хочу тройничок поменять, потому что уже позатупился, и он маленький стоит. Все-таки надеюсь, что сегодня что-то поймаю. Погода щучья такая, места рабочие. В принципе, каждый год рыба здесь была. Живец у нас сегодня плотвичка. Такая сравнительно не маленькая. Но, как говорится, чем больше живец, тем больше щука. На двоих нам хватит с головой. О, здесь около десятка плотвиц. Думаю, пробить все места хватит. Ну все, насадил я живчика, такую вот плотвичку. Глубина, ну, я думаю, сойдет. А поводок стоит из флюорокарбона 0,47. Можно было бы и потолще, но какой же нашел дома. Скользящий грузик и поплавочек. Все очень-очень просто. Так, ну что, делаем первый заброс. И вот так за течением стравливаем нашу снасть. Вот живец как работает, сразу пошел так красиво. Ты шо, ты шо? Если щука здесь есть, то она по-любому не удержится и клюнет. Здесь идет мель, до метра глубина, там перекат и начинается ямочка. Запустим снасть, пускай вот пару кругов обдаст по ямке. Если поклевок не будет, то пойдем туда вниз. Вот, друзья, есть первая поклевка. Минут 5 плавал живец по яме, и потом так смотрю, плавно-плавно поплавочек уходит. Ну, вода холодная, уже лед вставал возле берегов. Минус 7 было у нас. И щучка вялая. Куда-то туда потащила, по ту сторону. Ну, теперь нужно ждать примерно минуту. О, вижу поплавок, немножко показался. Еще заедает. Ну, пускай. На перекат пошла и снова уходит. Леха, видишь? Он что творит? Ну что, я думаю, уже можно пробовать подсекать. Минута уже прошла. Сейчас. Ого, щучка хорошая вроде бы. Сопротивляется так. Ого. Хорошая щука. Да, неплохая щучка. Вот что творит. Да ты что, кайф, просто удовольствие. Флюрик как раз на зуб попал, нужно быстро ее парковать. Вот она есть, щучка. Такая. Чуть больше кило, вот видите, живот в песке, в пиявках.
Ну, стояла и не удержалась перед живцом. Класс. Ну что, продолжаем дальше рыбалку. Поставил живца немножко крупнее, чем первый заброс. Посмотрим, что будет. Может, и щука крупнее возьмет. Живец работает вообще четко. Туда-сюда так плавает по ямке, играет. Лучшей наживки, чем живая рыбка, не найдешь на щуку. Как не так, не как, а это натуральный ее корм. У Алексея тоже пока что тишина. Но он забрасывает ближе к берегу, сюда, к траве. Возле травы здесь тоже попадалась щука часто. Пока камера была в ремонте, я сюда выезжал и довольно-таки успешно ловил щуку. Приезжаешь, 3 заброса за полчаса, 3 щуки. Самая крупная была 2,5 и самая мелкая 900-800 грамм. Ну, для этой речки 2,5 килограмма это уже трофей. И попадались крупные щуки именно с под берега, с под травы. Сейчас температура воды уже упала, и щука, да, в принципе, вся рыба не такая активная уже. А когда солнышко пригреет, то да, выходит, греется на меляках, под берег. Еще одна поклевка. Сначала снасть прошла туда, по яме, так вот, в конец. Потом я немножко подкрутил сюда на середину. И тут же поклевка. Снова такая же аккуратная, как и первая. Плавно-плавно поплавочек ушел туда, под ту сторону. Теперь остается только ждать и надеяться, что щука ничего не заподозрит и не выплюнет нашу рыбку. Просто ждем. Так вот, нравится наблюдать, как шнур уходит, так стравливаешь, щука куда-то тащит. Непонятно, куда вообще. То, может, туда, туда. Не угадаешь. Ну, главное, что коряг нету на этих местах. У нас уже прошло чуть больше минуты, до 2 минут. Я думаю, можно пробовать. Сейчас выматываем до натяжки, вот так. Плавненько, плавненько. Шнура немножко вымотала. Вот видите, натяжка идет. И подсечка. Снова по ощущениям такая неплохая щука. Но, по-моему, меньше за первую. Чуть-чуть меньше, да. Ну такая, как бы, тоже сойдет. Еле сидит за самый край, ребята. И намного меньше. Такая. Может, грамм на 100. Хорошая щука для этой речки. Приятная такая. Видите, еле зацепилась за самый край. Повезло, что не сошла. Что? Палец вверх. У Алексея пока что тишина. Но надеемся, он еще заработает свою поклевку. Еще раз покажу. Может, кто-то не понял монтаж. Значит, стоит у меня вот так тройничок. Просто привязан клинчом. Дальше поводочек из флюрика. Вот вертлюжок здесь. Скользящий грузик такой. 6 грамм и поплавочек такой, видите. Снасть очень-очень простая. Сейчас нужно выбрать живца какого-то. Так, ну вот такой хорошенький живчик.
рыбачим мы на речке с течением, соответственно, цепляя живца за рот. Ну и все, теперь идем забрасываться. Посмотрим, есть ли еще щука. Еще 1-2 заброса. Долго задерживаться не будем. Еще внизу есть места, которые нужно проверить. Времени тоже не лишнего. Вот как живец играет. Вообще, блин, озверевший. По чуть-чуть перемещаемся дальше. Там больше поклевок не было. Проверяем все ямочки, не пропускаем ни одной. Так, живец что-то уже не очень. Не, еще нормальный. Так, заброс туда, в ту сторону. Ямочка здесь небольшая, чуть больше метра. Ну, посмотрим. Прошлые годы здесь щука ловилась. Но не факт, что будет сейчас. Хорошо, что ветер сегодня в ту сторону и поддувает так поплавочек как раз в те места, куда нужно, под коряги, и глубина там побольше, а здесь, видите, меляки под этой стороной. Живец уже устал, не очень двигается. Не хочет здесь щука брать. Значит, ее здесь нет. Проверили еще две ямочки. Поклевок не было. И переходим дальше. Ну, сейчас такая тоже перспективная ямка. Глубокая, до 2 метров, до 3 местами. Будем пробовать здесь. На мини-ямочках не было щуки. Времени пару часов есть, так что надеемся, поклевки будут. Такая здесь ямочка интересная, но не всегда здесь бывает щука. По-разному, раз попадешь, 2 можешь поймать, 3, а раз вообще ни одной поклевки. Живец играет красиво. Буквально 1-2 проводки, и сразу будет видно, есть ли здесь щука. Что здесь этой речки? Ну, реально, 15 метров ширина. Самой ямки, ну, в ширину 3 метра, наверное. Потому что возле берега мелко, и с той стороны мелко. Как раз по руслу выходит канала. Гуси здесь уже намутили. Песка с илом. Это, наверное, самая глубокая ямка, которую мы за сегодня пробиваем. Но здесь глубина 3 метра местами. Крутит тоже такие мутки, щучьи места. Но вот уже
по второму забросу, и поклевок пока что нет. Сегодня, видите, погоду крутит, то солнце, то снова тучи. Рыба тоже это чувствует. Перемены. Возвращаемся уже назад. Пробили тот маршрут, который планировали. Сработала сегодня только первая ямочка. Но там щуки не было. Просто. Может быть, погода. Не угадаешь. По сути, рыбалка я доволен. Две щучки. Считай, под самым домом. Нормально. Пойдем. Леха не заработал сегодня по клевке. Ничего, повезет в другой раз. Я думаю, лед еще будет не скоро. Так что будем рыбачить на спиннинг, на живца. А вообще, хотелось бы уже льда. Жерлицы, мормышка, балансиры. Но от нас ничего не зависит, уже как получится. Морозы там стоят с начала декабря, и то такие небольшие. Так что, ребята, спасибо за просмотр. Надеюсь, немножко интересно было. Так что до новых встреч. Всем пока-пока.